После того, когда человек овладел стрельбой с разворота, идет стрельба в передвижении. Следующий этап – это стрельба в передвижении. То есть человек, обучаемый, независимо от того, как он находится, он должен научиться стрелять на бегу с короткой остановки. То есть происходит бег, короткая остановка, выстрел. Затем бег назад, он может быть вперед, перемещения боковые. То есть и стрельба производится именно вот в короткой остановке. Выстрел, перемещение, выстрел и так далее. То есть здесь уже идут различные, как вы видите, усложнения способов стрельбы.